Здравствуйте, дорогие зрители! Рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня, друзья, я обрезаю сливу клоновидную. Также рекомендую, кто еще не успел обрезать, обязательно произвести данную обрезку. Объясню, почему с этим деревом, с этим сортом, разновидностью клоновидной сливы, хотя все эксперты говорят, что такого дерева нет, но покупала я ее как клоновидную сливу, сорт Мирабелла у меня, Блюсвит. Они вегетируют практически одинаково. И что я заметила, ну и не только я, а как и давняя практика подтверждает, что если не производить обрезку, то есть нужно укорачивать молодые побеги на 1/3, то плодоношение смещается у вас вверх, внизу дерево оголяется и как бы замирает. Все плодоношение уходит на периферию. Очень неудобно в будущем и собирать плоды. Дерево уже становится некрасивое и как бы погибает. А когда я произвожу вот такую вот обрезку, как вы наблюдаете, просто на вытянутую руку обрезаю все побеги. Можно оставлять их выше немного. Мне так удобней. Я держу эти деревья как и для декора. Любуюсь их красой, потому что период цветения. Это не передать, как это красиво. Ну а плодоношение очень обильное. Есть видео на моем канале. Ссылочку я оставлю в описании. Поэтому я произвожу вот такую короткую обрезку. И у меня все плоды внизу, все очень красиво, удобно, и обрабатывать удобно, и плоды собирать удобно. Также, конечно, все веточки, которые идут внутрь, я удаляю, снова приросли. Серединку также оголяю, чтобы обветриваемость была лучше и деревце не болело. Всем хороших урожаев, до новых встреч, мои дорогие, пока-пока!